На сегодняшний день здесь через чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация. Азербайджан говорит, вас держит Россия. Россия вот говорит, да. Не пропускает Азербайджан. Здесь, да, люди. Есть 3 месяца. Никакой вируса, ничего нет. Ты когда отправка в вторник, иди, приди сюда, пожалуйста. И здесь стоит 3-4 автобуса, да? 2 автобуса пришел за бедолага, который здесь попал. А второй автобус блатной, самый последний, едет, стоит. Уже внутри 40 человек. Так же нехорошо уже. Вот для этого народ кипишал, вышел на улицу. Не выдержал. Да не выдержал, конечно же не выдержал. Курбала хон. Автомахи. 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 Представители МИДа Азербайджана редко приезжают, да? Да они даже так, знаете как, вчера я обратил внимание, что они уже устали сами тоже. Они сами не знают, как им поступить уже. Разговаривать с нами не хотят. У нас как базар начинает тоже с каждой стороны кричать. Они когда приезжают, а мозг спецназ прямо перед нами стоит, никого к ним не пускают.